Ребята, сейчас на обзоре коробочка такая старенькая. Это полный набор рубанков. Их 5 штук, все абсолютно разные, такие необычные, такие прикольные. И сейчас они уже у меня в продаже. Смотрите, что здесь написано. Вот он, есть Гарен, есть Гарен, есть Плакан. Вот так вот. Вес этой коробки 1,4 кг. Смотри, я вскрываю. Коробка, конечно, такая вот. Все это одним словом, отпечатки времени. Но самое важное, это содержимое. Смотри сюда, какие красавчики лежат. И это вот. Размеры все указаны в описании. Смотри, это пластик или карболит. Я впервые такие вижу. Смотри, как они этот рубят этот. Веточки и досточки. Каждый вот под какую-то веточку. Некоторые вот есть слегка БУ, но там фотографии у меня четенькие, видно эти лезвия. Смотри, пластмасса, вот такая тут печать, вот видно этим стругали что-то. Вот эта крутилочка крутится, ну что я тебе тут рассказываю, лезвия подвигаются, можно наточить и ну дальше вот работать. Вот такое вот есть, это совсем другая модель какая-то. На каждой вот присутствует, видишь, печатька небольшая. Уникальные рубаночки, вообще уникальные. Мне такие вещи очень редко попадаются. Смотри. Тоже тут видишь, есть загусеницы. Ну, это возьмешь этот напильничек или что-то там можно наточить. Для таких вот тонких работ и пошел там вот стругать, выстругать, зачищать. Ребята, вот этот вообще такой пошкарябанный, видишь, пластик. Ну, ничего страшного. Самое важное, это форма, что он удобно в руке сидит. Ты его вот так обнял своей рукой и пошел. Чук-чук-чук-чук-чук. Елозить деревяшечки. Ребятки, ссылка там. Данный комплект продается как нерабочий. Под ремонт или на расходники, на запчасти, без претензий и возвратов. Поэтому не делайте необдуманных решений. Надумали покупать, платим и забираем.